Привет, определи победителя в акции от команды Bread Creative Group. Это акция только для жителей Санкт-Петербурга. В этой акции приняло участие 360 человек. Они разместились на 5 страницах. Это мы вводим на независимый сайт генерации чисел random.org. Получаем первую страницу. Здесь находятся участники номер 1 до участника по номеру 80. Участник по номеру 21. Проверяем критерии акции. Так, не показан город. Я не могу быть уверен, что это Санкт-Петербург. Поэтому находим другого участника. Участники от номера 81-160. Я уже запомнил наизусть числа. Участник под номером 124. Так, город какой-то, а это не Санкт-Петербург. Так, поэтому опять же находим другого победителя. Скажу вам честно, это уже моя вторая попытка заснять это видео к этой акции, потому что попадались кто угодно из какого города, будь то Зеленоград, Волгоград, Ростов, Москва, но не было ни одного участника из Санкт-Петербурга. У меня села батарея на ноутбуке, он выключился, пришлось перезаписывать акцию и делать небольшой перерыв, потому что я немного уже устал, начал путаться в словах. Так, участник под номером 96. Поэтому я прошу, если написано то, что акции только для жителей Санкт-Петербурга, то вот, пожалуйста, Астрахань. Так, то, чтобы участвовать только из Санкт-Петербурга, потому что это отнимает у меня время и задерживает, как это сказать-то, задерживает то, что вы посмотрели это видео. Так, страница номер 2. Так, опять остаемся на этой странице. 81 160. Участник по номеру 139. Страницу Ксюшу заморозили. Мы находим опять же другого победителя. Пять страниц. Страница номер... Так, какая-то у нас заколдованная страница. Так, извините. 141. Город Сочи. Опять же, 5 страниц. Страница номер 4. Участники от номера 320. Ой, так нет. 241. До участника под номер 320. 254. Я надеюсь, уже этот человек станет наконец победителем. Так, это Катя. Так, наконец-таки Санкт-Петербург. Друзей больше 50. Фотографий должно быть не менее 3. Фотографии присутствуют. Поэтому смотрим, есть ли запись на стене. Запись мы ищем до даты начала акции. Так, я наконец-то нашел победителя. Только осталось проверить, вступил ли Катя в группу спонсора. Да, Катя вступила в эту группу. Она является нашим долгожданным победителем.
Я ее прошу обратиться к Виктору Бабицкому, администратору сайта Призариум. Он объяснит, как получить приз. Удачи всем, спасибо, пока.